Шаха, чего тебе? Расскажи что-нибудь. Да ты уж слыхал все. Разве что про храм песчаных бурь. Это где такой? Ха-ха-ха. В том-то и дело, что никто не знает где. На картах он не отмечен. И дороги к нему нет. Попасть туда можно только через колдовские ворота. Одни такие есть в горах среди снегов, вторые в джунглях. Вот ежели во врата шагнуть, тебя сразу к храму и выкинет. Ох, и жуткое это место. Во все стороны пустыня выжженная, а посреди нее эдакая махина, колонны, статуи. Говорят, храм боги выстроили. Посреди него сами собой появляются колдовские камни, за которые немало крови пролито. Драться сколько угодно можно, но победитель всегда один. Пустыня. Она не любит чужаков и не прощает ошибок. Навалится песчаная буря, непроглядная, могучая. И горе тем, кто попадется ей на пути. Разметает стороны, вот тут уж медоблыжников станет. Ты завязывай орать уже, а? Видать, браки перебрал. В общем, мой тебе совет. Не ногой в этот храм песчаных бурь. В горах, значит. Ворота. Учтем.